Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Мифи, и сегодня я буду играть в игру под названием SCP Secret Laboratory. И я стал Дэшкой, это очень хорошо. Сейчас я смогу пойти вот, например, вот тут вот залутать желтую карту. Да, тут есть карта, просто отлично. И еще и две аптечки, хорошо. Теперь надо найти машину, которую я походу уже слышу. Вот так вот. И просто бежим прокачиваться. Походу это будет спидран по сбеганию с комплекса. Вот машина. Привет, ребята. Бу! Один к одному не тупим, пожалуйста. Один к одному ставим. А что вот для этого делать? Чё ты сделал? Там файн. Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем? Один к одному. Потому что у меня карта уборщика. Вот. Так можно из карты уборщика на один к одному зеленую получить. Да иди нах. Файн, вот теперь файн. Давай, файн. Скромник тут. Ну все. Врывайся, скромник. Скромник, иди сюда. Скромник, ко мне. Ты где? Иди сюда, скромник. Тут надо убить пару приматов. А нету скромника. Давай на файн. Чё ты делаешь? А я понял. Короче, я с ними нормально не прокачаюсь тут. Хотя выбора-то другого нету. А, так, ладно. Файн. Да ну ё-моё. Вы гении. Отойдите все, я поставлю, Идите, в машину идите. Что да? Иди отсюда, мы сейчас просто будем вдвоем крутить и не поставим. Ну что ты делаешь? Не крути! У меня бомбит, ладно, у меня бомбит конкретно. Я не могу прокачать свою карту. Вот так-то хорошо. Вот прям камень с души упал. Вот теперь это файн ставим. Кажется, у вас что-то с картами, ребята. Вот, неужели? Все, сейчас прокачаюсь. Не, не про... осуждаю. Это не я был, честно. Он врет. Конечно, не ты. Он врет, он врет, он врет. Это же громко. Не, он врет. Опа. Хи-хи-хи-ха, хи-хи-хи-ха. Так, бежим. Закрываем, конечно же. Мячик. Я могу попробовать убить ученого мячиком. Блин. Надеюсь, тебя убьет. Его не убило. Жалко. Это панацея тут, а это что? О, лампочка. Можно будет стопануть какого-то ученого. Ничего себе. Конфетки нормально, конечно. А вот это вот надо бежать отсюда, потому что я открыть не смогу. А какой-нибудь ученый с черной картой это спокойно откроет и меня убьет. Поэтому просто бежим. Там труп лежит, ПТ. Мог! Уже прям сейчас? Это как? А чё так рано? Так, ладно, это плохо. Мне придется как-то по стелсу сбегать, потому что у меня оружия нету. О, чекпоинт. Так, стоп. И Кока-Кола, ой-ой-ой. Так, ладно, у меня тогда есть идея. Посмотрим, что тут. А что, если я вот тут вот стану? Ой-ой-ой. Я понял, лучше бежать. Лучше бежать как можно быстрее и как можно дальше. Так, пойдем вот сюда вот. Все, тихо сидим. Они тут? Надеюсь, они не додумаются обыскать эту штуку. Так, вроде бы все. Нет, фонарик. А нет.
Так, ладно, рискнем. Рискнем сейчас побежать, сбежать отсюда. Дэшка! Иди сюда, у меня карта есть. Походу, та Дэшка не хочет сбегать. Так, аккуратно. Ой-ой-ой. А кто стрельнул? Это плохо. Так, ну ладно, попробуем сейчас пробежать как-нибудь. Тихо, там кто-то был. Блин, очень рискованно. Вроде нету. Так. Походу он ушел туда. Это хорошо, ведь я сейчас походу сбегу. О, нет, не сбегу. Там кто-то был, точно. Хотя, возможно, это уч... Это не ученый, точно. Это точно не ученый. Мансим, максимально мансим. Какого хрена он там делает? Блин. Так, пожалуй, постоим вот тут вот. Опа. Где-то рядом. Прям тут, походу. Хаоситы! Так, стоп, мне надо к ним бежать. Хаос! Идем, 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 проведи меня к выходу. Идем на выход, давай, 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 идем. А, все, победа! Ну, нормально. Итак, вот и начало второй катки, и я охранник комплекса. Окей, побежали сразу же хардзона, это очень хорошо. Так, 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 микрохит, надеюсь, меня тут какой-нибудь SCP не убьет. Надо побыстрее искать лифты в лайт-зону. Вот! Даже еще таймер не начался, а я уже нашел лифты, это очень хорошо. Давай, давай. Ой-ой-ой, скромник есть, понял. Ребята, кто не выбросил рацию, кто меня слышит, есть SCP-096, то есть скромник. Все, отлично. Только видим дэшек, сразу убиваем, потому что это no rules, и на дэшек абсолютно пофигу. Так, вот сюда вот пойдем. Это тут лампочка, а тут что? Тут шкафчики. Не понял. Не, ну за такое, то точно расстрел. Опа, машина. О, конфетки, стоп, раз, два. А, ну-ка, о, вот это вот я сразу съем. Где машина была? Я точно ее слышал. Вот. Дэшки, я вам соболезную. А, никого? Ты где, Дэшка? Я знаю, ты тут. Походу нету. Так, ну ладно, тогда вот сюда вот кидаем эту штуку. Дальше вот это вот. А что еще? В принципе-то вот это. А нет, стоп. А, да. Вот это, вот это, вот это. И получается на файн. Скромник, я тебя слышу. Ты думаешь, ты сможешь меня убить? Ты мне ничего не сделаешь. Скромник. Так, это дропаем, это тоже дропаем. И опять же на файн. Наверное, прокачаю черную карту. Там еще кто-то топает. Скорее всего, собака есть. Так, это туда. Это вот так вот. Собака, я тебя слышу. А, это не собака все-таки была. А, ну нормально. И что? И что? Что ты мне сделаешь, скромник? Ты мне ничего не сделаешь. Хочешь прокачаться в машине? Давай я тебя в машине прокачаю. Заходи в машину. Ну зайди в машину. Ну зайди. Давай, вот сюда вот, давай сюда. Заходи в машину. Да давай прокачаю тебя, человеком, может быть, станешь. Давай, заходи. Ну нормально, тогда я побежал. Опа, ну ты мамонт, конечно. Ха, изи. Так, это сюда дропаем. Это вот так вот. Ну давай пока получается.
это мне надо вот сюда вот, наверное. Хочу еще залутать хотя бы парочку SCP. Блин, ну ладно, пойду уже в хардзону их лутать. Хотя стоп, нет, все-таки тут полутаю. Ой-ой-ой. Чуть не посмотрел. Я чуть на тебя не посмотрел, скромник. Хаосит! Хаос приехал! Блин! Это плохо, это очень плохо. Блин, а что делать-то? У меня всего 8 патронов, и я слышу скромника. Скромник, ты где? Я знаю, ты тут. Скромник. Стой, ой-ой-ой! Ну давай, пока получается. Мдам. Неловко получается. Ладно. Ну и получается все тогда. На этом я буду заканчивать. Вот такая вот серия получилась. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Мипфи. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.